Свои лучшие номера для работников органов безопасности показали творческие коллективы края, выступили юные артисты из Медовского детского дома. С приветственным словом к сотрудникам со сцены обратился руководитель управления. Самые теплые слова признательности и поздравления ветеранам Золотому фонду органов безопасности. Уникальные знания старшего поколения и гордость за лучших представителей органов безопасности должны передаваться молодому поколению, поддерживать нас в труде и службе во благо великой России. К поздравлениям присоединился и губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев отметил, что ФСБ поистине легендарная служба. Ее сотрудники всегда на передовой, защищая национальные интересы жителей края и страны. Так и сегодня работники госбезопасности в числе первых, кто отвечает на вызовы террористов. Принято считать, что для сотрудников органов госбезопасности нет невыполнимых задач. Как и принято считать, что праздников у них тоже не бывает, бывают короткие передышки. Но только вам доподлинно известно, какую цену за это приходится платить. Мы то поколение, которое выросло вне бомб и разрывов, снарядов, вне трупов, которые лежат на улице. Поэтому как бы понимание мира для нас существует, но не настолько остро ощутимо. А ведь это самое главное условие для того, чтобы нация развивалась. Вы как раз одни из тех, на чьих плечах мир сегодня лежит. Отличившихся кубанских чекистов отметили медалями, грамотами и почетными подарками. А Вениамин Кондратьев вручил им награду за выдающийся вклад в развитие Кубани. Ряд сотрудников управления награждены государством. Стоять. Мир и покой.